Протекающая крыша, шаткий пол и зазоры в стенах. Музей в Хунзахе, который хранит экспонаты с древнейшей истории села, нуждается в неотложной реконструкции. Смотрители объекта вот уже несколько лет пытаются привлечь внимание власти к проблеме. В ситуации разбиралась и моя коллега Патимат Ханапова. Ей слово. Этот музей – настоящий кладезь истории Хунзаха. Здесь представлено более 7 тысяч экспонатов. Но сегодня сохранить их не предоставляется возможным. Здание давно нуждается в капитальном ремонте. Шаткие полы небезопасны и для посетителей, и для работников. Крыша протекает, отчего отдельные экспонаты пришли в негодность. Видно трещина. Вот это уже идет чуть-чуть, где-то метров уже еще идет. Сантиметров 10 уже стена как будто отошел уже. Экспонаты такие очень ценные, тем более все занесены в реестр, федеральный реестр, потому что из-за этого может даже быть проблема с экспонатами. Утраты экспонатов. Угрозу для жизни создает и эта стена. В 1989 году она была отреставрирована, однако мастера во время ремонта забыли внутри вот такие деревянные балки. Те, естественно, со временем сгнили, и стена начала съезжать. Уже камни падают там. Уже с тех пор она где-то лет 10-12 вот в таком состоянии. И небезопасно здесь, потому что здесь местные жители ходят, тем более туристы посещаемость бывает. Музей нуждается и в отоплении. Это позволило бы приспособить выставочные залы к требуемым условиям и оградить экспонаты от сырости, делятся научные сотрудники учреждения. Холод в помещении снижает количество посещений музея. Однако туристы со всего мира все равно приходят сюда и оставляют восторженные отзывы. А в среднем было, ну, около 8 тысяч людей. Год. Год, да. Наш музей посещают не только наши российские туристы, но и из-за рубежа приезжают. Были туристы из Америки, из Кореи. Небольшие ремонтные работы здесь все же периодически проводятся. Недавно обновили перила и заменили балки. Но этого недостаточно, говорят смотрители музея. Тем более, что здание это признано объектом культурного наследия в Дагестане. Уникальность музея заключается в том, что в первую очередь музей находится в здании, которое представляет из себя архитектурный памятник второй половины XIX века, которых, к сожалению, у нас сохранилось немного в Хунзахе. Значит, здание датируется, согласно камню, который вложен в стену, 1876 годом. Это здание раньше принадлежало подполковнику царской армии Аликили Чупалову. Его потомки пожелали открыть тут музей, чтобы дом не пустовал. Быт горцев здесь сумели сохранить и воссоздать до мелочей. Редкое оружие, старинная посуда, рукописи и украшения. В основном все это дары населения. Однако предметы истории и старины, как бы печально это ни было осознавать, съедает сырость. Патиман Ханабова, Муса Салгиреев, новости ННТ, Хузахский район.